В день велосипедисты автомобили уступили главную улицу города двухколесному транспорту. В воскресенье Краснодар присоединился к общероссийскому велопараду. 400 наездников собрались на старте на Театральной площади. Настроение участникам акции поднимали местные рок-группы. И у нас возрастная группа от самых маленьких, то есть человек, кому научился ходить, его садят на велосипед или в тележку рядом с собой и возят, до пожилых наших заслуженных ветеранов, велосипедистов с нами ездят, как женщины, мужчины, любых возрастов, 70 и 80 лет. В этом году вот мы ездили в Крепостную, в Калининскую, на Малую Триж, ездили за Горячий Ключ, поселок Безымянный, под Навислу. Вот прошлые выходные я намотал 235 километров за два дня. Моей дочери скоро, вот в июне 15 лет, в годик ей купили трехколесный велосипед. И с тех пор мы все время вместе. Велосипеды растут, дети растут, велосипеды растут. Ну что, друзья, поехали! Участники парада проделали круг почета, прокатились по Красной, обогнули городской сад и финишировали возле администрации города. Впрочем, те, кому важен дух состязания, собрались утром на велодроме. Там прошли соревнования на горных велосипедах и шоссейная гонка. Победители чествовали уже после велопарада.